Всем здравствуйте, мастерская силовая компания. Вячеслав, приветствую вас. В сегодняшнем нашем обзоре нож Капитан. Вот такой вот нож. Назовем его Капитан. Хотя бы потому, что, по-моему, его заказывал тоже Капитан. Сейчас мы снимем подвес. И покажем поближе нож. Такая вот роза ветров здесь у нас. Штурвал. Коловрат. И штурвал с якорем. Такой вот нож. Ну, как видите, ничего не вылетает. Даже так. Видите, как заходит. Ай! Вот так вот. Так вот заходит, так выходит. Вот нож, сам модель S7, сталь М390. Рукояти ножны Мельхиор. А, самый еще прикол. Мельхиор и черный граб. И у нас еще совсем-совсем забыл. У нас еще вот есть такой трезубец здесь. То есть полностью нашпигованный нож, капитанский, солидный нож. С ножом идут уже кожаные ножны в подарок, такие вот наши стандартные. Общая стоимость ножа со всеми этими наворотами 29 500 рублей. Недешево. Ну и работа здесь серьезная была проведена. Все это сделано вручную. Тут литья нету вообще. Нет, литье вот. А эти все, это все, вся работа вручную сделана. Полностью ручное изготовление. Давайте может поближе покажем. У нас гроза, как вы слышите. Ну, гром, наверное, скорее всего. Не гроза, а гром. Коловрат такой вот. И дальше вот так вот. Ну, еще раз. Наденем, а то я всегда снимаю подвес, а потом не надеваю. Уже наденем подвес. Подготовим нож к отправлению. Сейчас будем отправлять этот нож. Вот в нашем сегодняшнем сюжете был нож Коловрат. Ой, Коловрат. Сделался. Коловрат. Коловрат уже раньше был. Капитан. Капитан с Коловратом. Все. Всем удачи, хороших выходных. Всего хорошего. До новых встреч.